Блять, что значит работает или нет, блять, что ж... А наука actually works, блядь, или что? Что это вообще такое? Что за претензии? Вообще начиналось как адекватный ролик... Вы сп... Не, ну у стоиков просто по факту как бы были рабочие практики. Ну, вот, в основном этические практики, практики жизни. Но они были, они, судя по всему, рабочие, да. Вы... Если вы будете стоиком, mm -hmm. если вы сможете принять стоическое мировоззрение, скорее всего, вам будет в каком-то смысле жить комфортнее, чем если у вас будет просто спонтанное мировоззрение имеющий, <связывающие>, блядь, повестку в современных гуманитарных дисциплинах. Но теперь, блядь, к стоицизмом уровня. А стоицизм вообще работает или нет? Чего, блядь? Ну да. Что, что, что это значит? Это примерно как, если ты изучаешь математику и в какой-то момент задаешься вопросом, а число 2 или, там, не знаю, знак квадратного корня, в состоянии ли он, блядь, ударит тебя по лицу или нет? Ну да. А двойка работает, блядь? Работает ли двойка? А, двойка работает, блядь. Нет, не работает двойка. Ты бись. Что? По-моему, если ты задаешь такие вопросы, это значит, что ты просто в край. Да, Все как бы и тебя надо не учить, а лечить, блядь. То же самое здесь, блядь. Стоицизм работает. Что значит, работает стоицизм или нет? Это что вообще может значить этот вопрос, блядь? То есть, да, даже если мы, это касается вопроса религиозных каких-то доктрин, там я не знаю, это все равно как если спрашивать: а я, я, если я буду все делать правильно, я попаду в рай после смерти или нет. Кто знает, как бы неисповедимы пути Господа, во-первых. Во-вторых, у нас точно нет способа проверить. То есть, ты изучаешь какую-то санину из области истории идей, а потом ты задаешься вопросом, а это работает или нет. Хорошо работает Энигматон. Ну, наверное, как информация из прошлого, которую ты получаешь, она работает. Ну, ровно настолько, насколько это является информацией из прошлого. А как еще это должно работать? То есть, я не знаю... Ну, слово «работает» дерьмовое просто, непонятно, что значит. Ты будешь что-то такое практиковать, основываясь на этой философии, и даст ли это тебе какой-то психологический эффект благоприятный? Не знаю, попробуй. Ну, скорее всего, даст. Ну да. Короче, претензии к гуманитарным дисциплинам. То есть философия, она стагнирует, потому что, блядь, преподаватель не может ответить тебе. Ну, сама формальная философия не является гуманитарной дисциплиной, это тоже важно подметить. Это фундаментально важно. История философии является скорее общественной дисциплиной. Тут, кстати, к следующему вопросу. Есть отдельные отрасли философии, которые можно называть гуманитарными. Там, например, антропология философская. Может быть, эстетика и этика. Вот. И то эстетика и этика, они не пользуются стандартными методологиями в рамках... Хотя эстетика пользуется, а этика не пользуется гуманитарной методологией как таковой, более-менее такого средней. Поэтому мне не нравится, что Ежи называет вот все это гуманитарными дисциплинами. Да? И на вопрос, работает ли стоицизм на самом деле или нет. Я бы на месте препода чем-то тяжелым запустил бы просто в студента. To illustrate, should I adopt stoicism for myself? Я бы не смог поднять. <связывая> а, а может быть, вам стоит попробовать рабочие специальности какие-то, там, я не знаю, поизучать правила буравчика. Там. <связывая> <связывая> Потому что правило Буравчика, оно точно работает. Вот как бы. Е если, если вы хотите что-то, как бы получить доступ к информации, которая точно работает, то вам надо идти на точные всякие специальности, естественно, научные, в широком спектре, опять-таки. То есть это может быть инженерное дело, это может быть собирание капусты в поле, это может быть там, не знаю, починка автомобилей. Вот, вот там, там вот все, что тебе понравится. Как бы философия тебе точно не для тебя, короче. Will stoicism improve my life or make me more successful? Can stoicism help me cope with trauma or overcome my bad habits? Are there any comparative studies evaluating? Ой, бля. Getting this stuff empirically? Who the hell knows? Все, Ф -ф -ф философия уничтожена, блядь. Вот действительно нищета философии, понимаете, про которую писали классики марксизма ленинизма Academic philosophy doesn't care about picking sides or quantifying efficacy. It only seeks to examine how other people have historically viewed the world. Ну хорошо, хоть диамат работает. Да нет, философы спорят, как там мир работает, что там у них. Это каждый человек разные позиции, разных позиций придерживается. Ну да ладно. Успех в современном философском контексте часто имеет очень мало общего с практичностью и содержательностью идей. С содержательностью это имеет, скорее всего, с практичностью сложно, но и не всякая научная идея практична, и это нормально, что не всякая наука практична. <coughs> ну да ладно, какой-то долбоёб реально все это делал, судя по всему. Понимаете. Success generally measured by the degree of influence they possess. Короче, да нет, ставится, блядь. ...до гуманитарных дисциплин со стороны субъекта, который даже на каком-то очень отдаленном ну, и, да. блядь, абстрактном каком-то уровне не понимает, что такое гуманитарные дисциплины и для чего они нужны. Ну, история не гуманитарная, философия не гуманитарная дисциплина, кстати, история тоже. Еже хуйню какую-то несет все еще. Вы, вы, говорите про стоицизм, но, блядь, могу ли я забить гвоздь при помощи стоицизма? Нет, не могу. Ну, какой тогда он нужен, этот стоицизм? We study hugely... Ну, ведь с помощью биологии гвоздь забить не можете формально. Ну, нередко, да, философские идеи бывают, ну, не идеи, философские высказывания бывают шизанутыми. Ну, например, как у раннего Витгенштейна. Чисто шизофрения. Supposedly dispassionate use of pure reason to create and evaluate arguments, all for the sake of developing a clear and systematic view of. Ah, но ну это аналитическая философия, такой хуйню занимается, честно говоря. <coughs> <coughs> но ну, здесь, соответственно, разбирается аналитическая философия, по-моему, хуйня, да, и. Мне кажется, у современной философии есть колоссальные проблемы, но автор, к сожалению, не разбирается, в чем они, потому что он пытается сравнивать философию с наукой. А наука – это просто наиболее успешное философское направление из всех, и у него больше ресурсов, чем у всех других философских направлений, поэтому неудивительно, что оно дает хоть какие-то результаты, в отличие от других философских направлений, очевидно. Вот. Да и все оппоненты науки как таковые в основном рассасываются в разные стороны. У нас, честно говоря, философия больше практически не производит философских систем, <coughs> которые могли бы с наукой конкурировать. И методологии новых практически не производят, которые могли бы с научной конкурировать, именно конкурировать. Вот. Ну и поэтому да, мы живем... В мире, в которой философия действительно стагнировала и кастрировала сама себя при этом, да, сама себя кастрировала. Но, к сожалению, проблемы-то у нее не те, которые автор фиксирует, все же. Зависит от того, какие, соответственно, вопросы данной дисциплины исследуют. И вообще нахождение консенсуса еще не означает, что этот консенсус, ну, как бы имеет хоть какое-то отношение к положению дел в мире, и что он строится на каких-то более-менее адекватных доказательствах. Просто, как мы очень часто убеждаемся, большинство людей, когда они претендуют на эти самые охуенные доказательства, на поверку оказываются долбоебами, которые просто верят в то, что у них что-то там доказано. Например, Станкевичус искренне верит, что история исследует то, что реально было. Но при этом я на 100% уверен, что Станкевичус не сможет опровергнуть теорию симуляций, которая противоречит тому, что вот то, что вот он исследует в истории, уже на самом деле происходило. Понимаете, в чем дело? То же самое с биологом каким-нибудь Папанчином. Панчин уверен в том, что эволюция была миллиарды лет. Но не может опровергнуть теорию симуляции, согласно которой симуляция запустилась сто лет назад, например. Вот так вот, блядь. Вот так вот, ребят, понимаете? Вот такие вот надежные знания у людей. Точнейшие, точнейшие, надежнейшие знания. И философия это буквально единственная дисциплина в академическом дискурсе, которая может показать представителям других дисциплин, что они на самом деле долбоебы, которые зазнались очень сильно, их в кавычках знания знаниями не являются, на самом деле. Да? Философия является такой вот лакмусовой бумажкой, которая проявляет для нас недостатки чужих аргументов, чужих позиций, чужих доказательств, чужих э, мнений и позиций, соответственно философия, не проводя никаких опытов, может сказать, что ваши выводы из данных опытов не являются единственно верными, единственно возможными и единственно достоверными. Философия в этом плане, ну, она всемогущая, просто потому что философия это почти все. Кроме науки и некоторых религий получится тогда. И религии даже, да, но кроме науки и религии. Вот, вот так вот. Любая исследовательская деятельность, изначально, которая вот не входит в список научных дисциплин, она просто будет называться философской. И понятно, что любой вопрос, который будет задан за пределами этих дисциплин, да, вопрос о философии физики, например, да, вопрос о физике как таковой, как она функционирует, он будет задан из философии, потому что... То, что, откуда он будет задан, мы, мы просто назовем обратным числом философии. Не то чтобы философия это какой-то объект реально существующий. Она всемогущая просто по факту своей вот этой вот негативной, негативной сущности. Тимофей пишет: Выводы науки могут быть истинными из определенного количества предпосылок, которым нет известных противоречий. Нет, наука это никогда так не работает, Тимофей. В этом и заключается самая большая проблема долбоебов, которые веруют в науку. Они не понимают самой главной проблемы. Наука работает с точки зрения индукции чаще всего, да? Ну, то есть вы берете, вы имеете некоторый пул фактов. И ваша основная задача составить такую гипотезу, которая этому пулу фактов не противоречит на первом этапе. А потом из этой гипотезы составить уже теорию с фальсификатором, который будет фальсифицироваться. Все. Mm. Ваши выводы, то есть ваши гипотезы, которые являются, ну, в некотором роде, в кавычках, выводами из ваших, собственно... Выводы науки могут быть истинными из определенного количества предпосылок. Наука не работает таким образом, что ее выводы в принципе могут быть истинными. Понимаете, в чем дело? Потому что она работает из неограниченной, наоборот, из неполной индукции. Выводы из неполной индукции, они всегда Вазм Вероятностная. И когда ученый заявляет, что его выводы невероятностны, а точны, это просто не ученый, а долбоеб чаще всего, к сожалению, который не разбирается в базовых аргументационных всяких вещах. Просто вот базу не, шар, базу не шарит, не понимает некоторые нюансы важные. Все. Вот когда какой-нибудь долбоеб типа Панчина начинает говорить «Эволюция доказана, теория эволюции бесспорна, ко 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 вы просто имеете дело с умственно неполноценным человеком, который никогда в жизни не спорил со своими оппонентами серьезно, ну и у него оппонентов, видимо, не было, которые реально ему нормальные аргументы подсовывали. Если бы ему подсунули нормальные аргументы, он бы их, скорее всего, просто не понял. Понимаете, в чем дело? Вот. Как-то так. Вообще, в принципе, сам механизм науки не построен таким образом, чтобы получать истины, бесспорно истины, имеется в виду, данные. Даже с точки зрения вывода. Даже если это количество предпосылок, соответственно, определенное, неопределенное. Всегда количество предпосылок является ограниченным. И всегда оно является неполным. Так работает любая дисциплина. Вообще любая, даже не только научная. Любая дисциплина, которая на тех или иных фактах базируется. Вот. Ну и все. Поэтому все выводы в них оказываются вероятностными. Не только в научных дисциплинах, но и в истории, например, тоже выводы вероятностный характер носят. А почему они носят вероятностный характер? А потому что в итоге на поверку может оказаться, что мир устроен значительно сложнее, чем представлялось вот этим специалистам. Вот все. Ну, например, вместо вот истории, как она есть, да, вот Станкевич с историю обозревал, и он был полностью уверен в том, что все события в истории, которые он так или иначе как историк постулирует, они реально существовали, да. Он не учитывает огромное количество онтологических возможностей, которые всю эту историю, ну, в реальности ее опровергают просто. Ну, например, теорию симуляции я уже вам предложил, как вариант. Один из миллионов вариантов, один из бесконечного множества вариантов. Отсюда истина, ну, не может быть доказана так или иначе, выводом в одна истина имеется в виду. И любой человек, который разбирается в том, как правильно выводить что-то, да, логически, он понимает, что это так. Опять-таки, это как бы невозможные критерии применительно к разным направлениям философии, потому что они, каждая из них представляет собой собственную, замкнутую на собственной терминологии, принципах и аксиомах описательной системы. То есть они... Ну как, замкнутую на собственных, и же что-то вот тоже спонтанно сейчас философию определяет. Иногда не замкнутую. Но большинство философских течений использовали терминологию в том числе и других течений. Кое-что изменяли, кое-что не изменяли, иногда вообще ничего не изменяли в терминологии. В принципе, терминология могла уже существовать, потом пришли философы, ее взяли и новые учения сделали на базе имеющейся терминологии. По-разному бывало, а бывало и новые термины, да? Не пересекаются. То есть автор данного видео... А прогнозирование, разве возможность прогнозирования не доказывает правильность научных выводов? Нет, не доказывает. Ну, я не знаю, объяснять надо или не надо. Ну, я не знаю. Допустим, у вас есть ложное предположение о том, что м -м, дождь идет, когда птицы летают, но вам кажется при этом, что птицы летят как бы откуда-то вдаль, потому что их перун нахуй гонит куда-нибудь вдаль, да? Ну, допустим, не верим в перуна и думаем, что его нет, а, вот. И вы думаете, что это перун, он, короче, угоняет этих птиц нахуй отсюда, да? И потом дождь приходит к нам вот вместе с перуном, соответственно. У нас теория абсолютно ложная, а прогноз, допустим, верный будет, да? Ну, например. Как-то так. И таких вариантов просто тоже бесконечное множество может быть. Мы можем иметь ложные взгляды, вот очевидно ложные взгляды, и делать при этом правильные прогнозы. Если вы имеете в виду просто обычные прогнозы, потому что прогнозы обычно просто на феноменах строятся. То есть для того, чтобы узнать, что предмет падает вниз, не обязательно, соответственно, даже теорию какую-то составлять. Вот само падение любого предмета вот так вот вниз, да, можно описать бесконечным множеством разных предположений, теорий, взглядов и так далее. И здесь предсказание того, что этот предмет все-таки снова упадет, он строится не столько на самой теории, сколько на как бы это сказать, да, сколько на феномене того, что он падает. Или вы имеете в виду прогнозирование, то есть предсказание будущих открытий, которые произойдут. Не всякая научная теория умудряется это сделать, следует заметить. Всякая научная теория претендует, что она будет открывать будущее открытие, но не всякая теория этого достигает. А даже если достигает, все равно та же самая проблема. Ну, допустим, вы предсказали, что вы откроете каких-то там э, зверюшек, а, допустим, да, там новых. Ну лучше с биологией Приведу биологии мне понятнее. Так вот, э, будущее. Ну ладно, давайте даже так, физика. Допустим, Эйнштейн в своих, в своих предположениях предсказал существование черных дыр. Допустим, черные дыры реально объективно нашли, и вот они там находятся. Но это вообще-то не факт, что теория Эйнштейна при этом оказывается верной, потому что черные дыры могут существовать в контексте, не знаю, опять же, неограниченного количества возможных теорий. То, что Эйнштейну плюс-минус повезло, не повезло, там, что-то, что -то, что какие то корреляции у него сошлись, и он предсказал, что что-то вот будет найдено в будущем, это еще не значит, что его предположение было истинным. Он даже на каком-то очень-очень-очень отдаленном уровне он не представляет себе, что такое философия, для чего она нужна, и как вообще, по каким закономерностям там все это работает, и как соотносятся друг с другом разные направления философии. Он просто перепутал учебник по философии с молотком. Работает ли стоицизм или нет? <къем> ну, как-то так. Мы можем еще также представить себе гипотетический эксперимент, в котором бабушка Ванга реально обладает магическими силами, но при этом предсказывает будущее открытие в науке. Ну, она ученый или нет в данном случае? Нет, она не ученый. <соспорщик> 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 <соспорик> Не, логика, она вообще... вообще... Вообще непонятно, может ли логика познавать истину, но если человек претендует на то, что он логичный, да, то, что он пользуется логикой, аналитическими методами, то он, в принципе, обязан с нами согласиться в том, что индуктивные всякие вот эти вот заходы, они недостоверны, они не дают достоверного знания. Все. Ну, большинство людей, конечно, когда говорят про логику, просто лбоеба. Но они не используют это слово в прямом смысле, просто логика, это значит, что, блядь, логика и факты, и мы все знаем, мы крутые. Кстати, многие из этих людей ученые непосредственно. Ну, что многие ученые не очень шарят за логику как таковую. Нет, нам это неизвестно, но нам точно известно, что да. работает сталинизм. Да, и как он работает, главное. If anything, the very existence of any disagreement whatsoever would only prove that certain members of that community are either not following the correct guidelines, not sharing the same evidence. Ну то есть чел предлагает нам создать из философии догматическую какую-то хуйню. В он не понимает, что в этом как бы и фишка в основном. В этом и заключается фишка, что философия, она разная, в ней много разных позиций, в ней много разных философов с, с огромным количеством разных доказательств, заходов и позиций и так далее, так далее, так далее. В этом и э, штука, блядь, да, что философы это не догматические долбоебы типа ученых, которые уверовали в свою методологию и дрочат на нее без каких-либо э, сомнений. Нет, очень философы — это очень разные люди с очень разными методологиями. Это люди, которые постоянно друг с другом спорят, которые постоянно друг с другом, соответственно, взаимодействуют, исходя из разных методологий. Ученые спорят друг с другом внутри одной единой методологии, внутри догматичной. Это споры, сравнимые с тем, как друг с другом теологи, например, смотрят, тоже в рамках сравнимых методологий. Понимаете, в чем дело? Философ — это более широкое сообщество. И оно может включить в себя также для споров и этих самых ученых и теологов, если надо. Понимаете, да? Если теолог придет на научные споры, ну, его там засмеют. Если ученый придет на теологические споры, его там засмеют. А в философию могут все попасть. Философия такое общее дискуссионное поле для представителей всех возможных позиций. Так это так и должно работать. Ну, то есть... По факту, если бы мы не были тупыми догматиками, как ученые, да, вот как саентисты, то у нас не было бы единой трактовки всех существующих фактов. К сожалению, мы существуем в мире тотального догматизма, в котором доминирует наука и ее предрассудочные, собственно, <клес> от, взаимоотношения с фактами. Да, у науки есть определенные правила описания факта, и люди многие соглашаются с этими фактами, но вот просто потому, что у них выбора особо нет, потому что есть монополия познавательная определенная, вот все. И все эти люди, они не то чтобы ввиду каких-то глубочайших доказательств к этому приходят, потому что им никто ничего не доказывает. Вы приходите в университет, и вам, короче, начинают вас дрочить определенными книгами. Вам говорят, как это устроено, вам говорят, как это было открыто, и почему это пиздато, классно и круто. Все. Вам не дают альтернативных позиций, вам не рассказывают, как эти альтернативные позиции вам многом были оспорены. Вам не рассказывают, какие были другие возможные способы трактовки данного факта, по большей части. А если рассказывают, то с насмешкой рассказывают, мол, а вы знаете, когда-то люди считали, что вот эти вот кости окаменелости под землей, которые находятся, это просто обычные камни. Ха-ха-ха, какие они были дурачки. Вот. И в принципе, и в принципе, да, в принципе, наука она тотально, абсолютно и полностью ангажирована в этом плане, своей методологией, своей историей, вообще философской традицией, своей философией познавательной, своей методологией. Философия не имеет таких ограничений. Даже академическая философия по сути не так много таких ограничений имеет. Там хоть какой-то плюрализм наблюдается. Вот. Альтернативы могут приводить к антиваксерам, например, и что? Нам свободное мышление убивать теперь, нам мыслить переставать, нам поклоняться ученым теперь получается. Ну, как-то так. Более того, антиваксеры это про практику скорее, а не про науку. Понимаете, в чем дело, Ник? Тут еще важно определение науки дать. Вакцины это не наука, на мой взгляд. Это чистой воды практика. То есть это не теоретическая вещь, это практическая вещь. То есть вакцины либо работают, либо не работают. Работают ли вакцины или нет, можно узнать. И не научными методами на самом деле. Те методы, с помощью которых узнают работоспособность вакцин, они вообще по какому-то стечению абсолютно кринжовых обстоятельств стали называться научными. Вот просто так получилось. Вот просто по приколу так получилось. И, кстати, то, что эти методы, например, там двойное слепое исследование, вот эти методы по группам, вот эта вся статистика, которая обычно высчитывается, вот то, что вот это считается научным методом вообще, в принципе, в том числе, да, это вообще гигантский парадокс. Это вообще гигантский парадокс. Просто потому, что обычно мы под научной методологией понимаем ну, более фундаментальные исследования, которые позволяют нам, соответственно, из определенной группы фактов составить гипотезу. Из гипотезы составить теорию. Теория должна быть фальсифицируема. Эту теорию мы пытаемся опровергнуть с помощью фальсификата какого-то, она либо опровергается, либо не опровергается. Если она не опровергается, мы продолжаем ее опровергать дальше. Допустим, да, пытаться опровергнуть. Как-то так. Но то, что мы видим, например, в случае со всякими вот этим. Вот исследованиями по группам исследованиями на животных и вот этими прочими другими а, вещами но ну, они не имеют никакого отношения к тому что я только что перечислил а антиваксеры ну типа просто про практику ну они просто про неправильную практику это тоже важно понимать опять-таки, тут, тут, даже комментировать нечего, потому что просто человек не понимает, что такое философия и как Это опять-таки примерно как была бы, если бы... Но они не в научном дискурсе, понимаете, в чем дело. Они люди, которые пытаются мимикрировать скорее под медицину дефис-практику, типа. Вот. <coughs> Их основная фишка взять и под и сказать, что мы, 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 мы правильную методологию даем. Практическую имеется в виду. Мы даем правильную практику, которая вам позволит дольше жить. Но это легко проверить. Тика математики как дисциплины на уровне того, что человек просто не разобрался, что обозначают цифры, и просто сказал бы, что это какие-то... Блин, если бы еще Ежа разобрался, было бы куда веселее, потому что позиции Ежа не, мер... не менее кринжовые, чем позиции чувака, которого он обозревает. Странные, непонятные крючки и закорючки, которые придуманы не то древними индусами, не то арабами. Типа вы пишете 2 плюс 2 равно 4, что это значит? Как бы какие-то, блядь... Два знака похожих на то, как если бы ребенок пытался нарисовать лебедя, между ними какой-то крестик, потом две параллельных прямых, блядь, линии, потом какая-то хуйня, которая перевер... похоже, похожа на перевернутый стул. Что это, блядь, вообще значит? Какая математика? Это же бессмысленно, абсолютно. Вот здесь претензии к философии, они на том же уровне. Ну, плюс-минус, да, но проблема в том, что у же представление о философии не намного лучше. Я бы даже сказал, что, наверное где-то там же находится или нет <laughs> я, я даже не знаю <laughs> вообще всякий человек, который называет философию, ну философию с большой буквы имеется в виду, да гуманитарной дисциплиной, но ну, это сразу клиника это долбоеб какой-то, потому что мет... философия вот с большой буквы она <laughs> не является гуманитарной дисциплиной не в методологическом смысле, не в предметном, то есть предмет исследования философии может быть вообще абсолютно любой от гуманитарных до негуманитарных. Во-первых, да, что вообще философию какой-то единой дисциплины называть, это уже кринж. Это раз. Это во-первых. Философия не является единой дисциплиной. Это первое. Во-вторых, у нее нету конкретного метода. В разных учениях разные методы, соответственно. Причем эти методы могут быть как гуманитарными, так и естественно научными, так и абсолютно вообще любыми, диалектическими, хуическими, шизическими, какими только угодно. Могут быть эти методы. Также и предмет непонятен, потому что философия может исследовать и человека. Есть философская антропология, может исследовать этику, эстетику, может исследовать метафизику. Метафизика ну, не относится к гуманитарным дисциплинам. Явно теорию познания. То есть формировать методологию вообще-то исследований разных. Э, и в принципе теория познания в рамках философии создала в итоге научную методологию. Что бы мы под ней вообще не понимали, да, во, вс во всех смыслах научную методологию создала. То есть да, научная методология по сути, вообще в любом значении, в каком мы понимаем э, э, вот ее. Вот. Вообще, в любом смысле, она возникла из философской методологии. То есть, это, по сути, разновидность это один из видов философской методологии, научной методологии. Что бы мы под ней не понимали: хоть историческую методологию, хоть социологическую методологию, хоть методологию естественных наук, хоть методологию биологии, хоть методологию математики, даже на самом деле. Это все просто частные случаи философской методологии получается. Потому что философской методологии непонятно, что не по такими методами мы в данном случае пользуемся. Ну и исторически оно именно вот так вот и выделялось. Ну, экзистенциализм, он ложится хорошо на всяких девочек маленьких, прикольных. Им нравится потленить, там, посидеть, погрустить, подумать о чем-то вечном, в кавычках, смысл жизни там потерять как-нибудь глубокомысленно. Поэтому экзистенциализм нравится девочкам. Но более того, многие экзистенциалисты, они так или иначе писали прозу, книжки всякие. Поэтому всякие многоумные вот эти вот девчоночки, которые считают всякую прозу, типа там Кавки, Сартра и всего остального, они очень легко подсаживаются на экзистенциализм. Вот, вот я думаю, почему он так популярен среди обычных людей, имеется в виду, не философов. Ну, то есть такие вопросы, они либо я знаю всего двух людей, которым такой. А как отношусь? Нейтрально отношусь. Многие люди любят клеймить и ненавидеть экзистенциализм, но, но на фоне других философских направлений современности он не так уж и плохо пойдет, в общем-то, не так уж и ужасно. Вопрос вообще мог бы прийти в голову. Первый человек это Гончаров, второй это Стаса и как просто. Все, как бы. Вряд ли существует еще кто-то третий, блядь. Но оказывается. Ну, у стоицизма люди просто этику берут, а этика в стоицизме типа прикольная. Ну и актуальная в том плане, что она одновременно и простая, с одной стороны, и с другой стороны, плюс-минус относительно продуктивная. И позволяет мириться с кучей разных страданий. Например, скептический подход, ну, плюс-минус, в рамках которого я нахожусь в данном случае, да, он, он более сложен. Сложно достичь скептицизма, соответственно. Стоицизма достичь проще. Как-то освоить стоицизм, как-то вот следовать этике стоицизма проще, чем следовать скептическим положениям. В том нет положений. Скептицизм даже в этом плане за рамки языка выходит, плюс-минус. Что вообще трижды усложняет все обстоятельства, связанные с объяснением того, что такое скептицизм. Большинство людей даже не поймет, что такое скептицизм, даже если очень долго объяснять. Вот видите, есть автор видео. Hundreds of PhD-level philosophers from around the world were surveyed on a variety of foundational topics. You would think that if philosophers really are the great experts in reason that they claim to be, then we should expect an overwhelming consensus on the major questions of their field. Не, exact... yeah, кстати, самое парадоксальное, мне не верю, uh, я же скептик. Так вот, uh, самое парадоксальное, самое парадоксальное во всех вот этих вот опросах, оно заключается в том, что реально оказывается, что в философском сообществе uh, есть какой-то плюс-минус консенсус на 70, там, на 50 процентов, там, я не знаю, на 58 процентов, на 60 процентов, на 70 там процентов. И это, на самом деле, довольно печальная хуйня. То есть это в очередной раз показывает, что философия не настолько плюралистична, насколько она могла бы быть. А вот самая главная статья, я ее так вот только что нашел. Вот это самое главное, ее лучше читать, прежде чем все остальные статьи будут прочитаны. А руки садзуми крутая.

идеализм, скептицизм or not skeptical реализм. Смотрите, 81 процент, 81 получается или сколько, да? А, accept lean toward, короче понял. А, нон скептического реализма 81 блять процент. При этом скептиков в кавычках скептиков запомните, это не настоящие скептики. А, тоже статья есть по этой теме, а, вот там же где-то посмотрите. Так вот, скептиков в кавычках не настоящих имеется скептиков в виду. Всего процента, 4,8%, 5% в общем всего, в кавычках скептиков, то есть не настоящих скептиков, не тех людей, которые реально абсолютного скептицизма придерживаются, а людей, которые просто сомневаются в некоторых вопросах. Вот external world, в общем-то, да, собственно, в окружающем мире, это просто в данной области, это просто в данной области скептики. Talking about weird esoteric issue. Почему вообще должен быть консенсус какой-то? Fundamentally... но, ну, Проблема заключается в том, что философия, это фишка ее, она и так составлена, и в ней не должно быть консенсуса такого рода. Basic questions to all the philosophy itself. Блять, а эзотерические вопросы, как ты будешь там вообще верифицировать что-то? For example, what is truth? What is knowledge? А, вот из logic даже. What? <laughs> Стоп. Классическое, не классическое, другое. Is there such a thing as good and evil? It cannot be overstated that in most any other professional field of study, this would be an absolute embarrassment. Ну да, ну потому что другие дисциплины, они не являются философией, как бы. Потому что философия действительно это особенная штука в данном случае неудивительно, что взгляды у философа разнятся, и они должны разниться. И самая большая проблема будет заключаться как раз наоборот в том, что со временем укрепляется философия и догматизм. Все больше тупых догматиков, всяких реалистов по вопросам этики, не этики, еще какой-то хуйни. Все больше и больше и больше вот таких вот людей появляются, которые свою позицию догматическую даже особо не доказывают, потому что не способны ее доказать, но постулируют и увеличивают количество сторонников этой позиции. Это печально на самом деле. То есть философия идет по пути тотальной догматизации, полного своего собственного разрушения и уничтожения, да, и разрушения плюрализма внутри этой философии. Ам... Вот ну и вот получается что автор, наоборот пытается привить философии то свойство которое ее бы наоборот испортило. у нас прикиньте не было бы области если бы не философия в которой вообще в принципе возможны всякие плюралистические обсуждения разных вопросов абсолютно разного характера years the philosophical has been ну, вообще, довольно стрёмно еще философию рассматривать как некий большой единый целостный процесс, который как будто бы к чему-то единому шел. То есть философия не является одним единственным философским направлением, которое на протяжении нескольких а, столетий подтверждало какие-то конкретные позиции, да, соответственно, философия в этом плане довольно разнообразна. А философия разбивалась на огромное количество разных школ, причем это огромное количество разных школ вряд ли может похвастаться колоссальным количеством реальных специалистов внутри них. То есть если в науке миллионы специалистов, то в какой-то отдельной философской школе дай бог сотня наберется хороших специалистов, которые реально что-то могут сделать, сказать и что-то вот допол внести в данную э, тему. Как-то так. Ну, чаще всего, да, мы сравниваем человек там 100 умных философов против миллиона ученых. Может быть, не очень умных, но работающих в рамках определенной методологии. 100 против миллиона, блядь. Почему же философия не нашла? единого объяснения всему и всея. Как же это так работает? Где же согласие в философии? -то? Ну, нигде, потому что она так и должна строиться. Кроме марксистов, ну, марксисты, конечно, это очень большая группа людей, только важно понимать, что большинство марксистов это никакие не интеллектуалы и никакие не теоретики марксизма и практики, да, а просто долбоебы типа Рудова, Стаса и как просто и прочих людей, которые, ну, в общем, не попова даже близко, проще говоря. Просто обычные мимо проходилы, которые просто вот вещают, что марксизм это круто. Have already been long solved by professionals. Хоть один deep philosophy question, который был бы решен а, другими дисциплинами. Ну, в телеге мне напишите, я не знаю, в, в общей те группе в телеге напишите, и мы узнаем. In other То есть современные направления философии, они слишком противоречивы, блядь, они не могут прийти к консенсусу, это не... Хоть один глубокий философский вопрос, который уже давно решен профессионалами из других областей. Можно, пожалуйста, в студию. Вопрос о природе сознания до сих пор не решен. Напоминаю, да? Вопрос об истине нашего мира бытия до сих пор не решен. Подавляющее большинство философских концепций просто в сухую разъебывают научные теории, без шансов на реабилитацию. То есть любой, любой заеб под симуляцию просто разъебывает всю вашу науку, и ученые ничего не могут противоречить, ничего не могут против сказать на самом деле. Вот. Ну, то есть, говорим симуляция, все, теория эволюция уже не работает. Конец. Ну, вот, как-то так. Печально. Грустно. Грустно оказывается, да. Говорим слово симуляция и с историей проблемы. Там, не знаю, сразу возникают. Говорим там еще какое-нибудь магическое волшебное слово из философии. Ну и все, конец. Take, for example, бездельники. The nature of morality and ethical behavior. Biologists and economists collectively solved this problem decades ago. Еще раз. А, природу морали и этического поведения. Да, мы видели, как они ее решили. Это полный кринж, простите. Простите, это кринж. То, что они говорят, что они что-то решили, это не значит, что они реально решили данную проблему. Экономисты так вообще. 10 из 10 могут эту проблему решить. Decades ago, Просто круто. Well, не совсем так, на самом деле, что и в биологии, и в экономике там есть разные подходы. Как в экономической науке есть куча всяких экономических школ, которые друг другу противоречат. Interest when coupled with social And scarcity naturally gives rise to cooperative behaviors. Mm -hmm. Круто. То есть в качестве абсолютного доказательства мы будем принимать теории, которые рассказывают нам о том, что было миллионы лет назад. Прикольно. А вот, а вот так вот, а вот так вот, наверное, мы конечно еще не знаем, появилась этика и эстетика, блядь. Мы видели, мы видели эти исследования, мы читали материалы этих исследований, и там все слишком кринжово. Там все слишком кринжово, к сожалению. Это очень плохие исследования, ну, если вы реально думаете, что кто-то что-то в них доказал, да, у меня для вас очень плохие новости, ребят. Там доказательства как такового нет, там изложены некоторые предположения, которые кажутся людям, ну более-менее вероятными, исходя из их базовых теорий, типа там теории эволюции и всякого другого говна, которым люди голову себе засоряют обычно, да. Ну и соответственно, вот вам и выводы такие, вот решенные, решенные проблемы. Вот так вот они и происходят решение этих самых проблем в науке. Круто, круто очень, конечно, да. This is not a это не предмет серьезных споров, а уже надежно закрепившаяся область. Круто. То есть то, что люди в эту хуйню всю верят, да, это, соответственно, то, что серьезных споров больше не ведется, это нам как-то говорит, что данный вопрос решен. Охуенно. Охуенно, круто. Заебись прям. Еще и применение есть в мире, нихуя себе. Если бы это еще хоть как-то. Что-то делало. А как бы он представлял себе лабораторный эксперимент в философии? Вот мне было бы интересно. До этого no, Философии даже лаборатории нет по факту то. We still find philosophers who obsess endlessly about whether or not pulling the lever is murder. This is exactly why academic philosophy has a less than stellar reputation among professional scientists. Именно поэтому академическая философия имеет далеко не блестящую репутацию среди профессиональных ученых, потому что они нихуя не понимают, что это такое. Нихуя себе. Стивен Хокинг заявил, что философия мертва. Вот, вот это да. Вот это, блядь, да. Но ну все, закрываем факультеты. Закрываем, блядь, факультеты философские. Все, уходим, блядь. Publicly mm. declared that philosophy is Опять-таки, видите, он как бы разносит философию, значит, и говорит, что вот видите, там другие ученые, они снисходительно к философии относятся. Но проблема в том, что все то, что он транслирует на протяжении всего видео, это тоже как бы философская позиция. Ну да. То есть это тоже разновидность как бы философского взгляда на мир. Ну, в том смысле, что он пытается... Ну, причем довольно примитивная. Осмыслить ситуацию с академической философией, ее место в структуре как бы современного знания. Mind you, he wasn't saying that philosophy is a completely pointless thing to study. Rather, he was complaining about the inability of philosophers to make progress and keep up with the time. Ну просто в согласии с Стивеном Хокингом, да, было бы неплохо, наверное, сказать, что для него. Для него, для него, для него. А вот в это, в это вся самая философия, да, она должна была бы просто уверовать во все догмы современной науки и во все позиции современной науки. Только тогда она была бы продуктивной и только тогда бы она следовала в ногу со временем, но философы не обязаны верить в ту же самую научную методологию. Подавляющее большинство философов, ну настоящих философов, имеется в виду, их методологические принципы отличаются от современных научных принципов, и это неудивительно, это норма. Это просто норма такая. Почему у философы непосредственно должны соответствовать современным научным представлениям и как-то в кавычках двигать вот их конкретно магический вот этот вот прогресс? Непонятно. Space. Космологи делают потрясающее открытие каждый день, блядь, каждый, сука, день, ебать, каждый день делают открытие фундаментальной природе пространства времени. Каждый день, заметьте, как предложение построено. То есть, а стоп, если хоть в один день, если хоть в один день не будет сделано потрясающее, потрясающее открытие, причем не просто потрясающее открытие, а о фундаментальной природе пространства и времени, и даже о самом понятии причинно следственной связи. Если вот хоть один день попадется, в который это было не сделано, Хокинг пиздобол инвалид, получается. А, он и так инвалид, простите. А он уже мертвый инвалид, кстати. Сори. Как, как же, как же, вот так вот, видите, бывает. Ну, пиздобол инвалид, получается. Time and even да, охуенно. Ну и в этом проблема саентизма заключается, потому что люди, в принципе, вообще ничего не понимая в философии, вообще во всей, блядь, ни, во, ни в одном учении ничего, блядь, не понимая, да, они пытаются критиковать всю философию, весь объем всех философских учений, а занимаясь какой-то хуйней просто, да, ну вот, вот так вот, ну, то есть ничего про это не зная, ничего не делая, ничего, соответственно, не творя при этом. Ролику любая попытка осмысления каких-то процессов в окружающем мире или там у тебя в голове, mm -hmm. любая попытка определить философию в структуре современного гуманитарного знания, это тоже философская позиция. То есть не только вот эти вот... Чего? Бессмысленные философы завопят от идеи, что их любимая профессия может быть мертвой. Так стоп, ребят. Если я вам буду говорить, что физика мертва, и, собственно, физики шесотерики ебаные, но тоже физики вопят. <къем> я вам на протяжении уже огромного количества времени рассказываю, насколько бесполезно с точки зрения познания физика, биология и прочие теоретические дисциплины. Вот, для имеется в виду настоящего познания, насколько их выводы являются вероятностями и насколько философия их как бы овнет. Я на протяжении уже более трех лет это рассказываю, ну, на стримах, а еще писал об этом на протяжении еще 10 лет, 12 даже до этого. И вы знаете что? У сантистов жопа просто горит без остановки. И у ученых тоже жопа горит без остановки, просто вот полыхает огонь из жопы. Может быть, это тоже подтверждает, в общем-то, всю полнейшую детсадовость их контраргументов, а? Люди, как бы, это типа философы или недофилософы, да, вот эти карикатурные персонажи. Но и автор видео, он абсолютно в такой же позиции находится. То есть его можно было бы рядом изобразить. Ну, опять-таки, позиция смерти философии или там, не знаю, стагнации философии, это тоже философская позиция. Well, or... Ну, наука, это по факту раздел философии. Как ни странно. Почему философия не может быть отдельной дисциплиной, как физика, например, да? Потому что философия на протяжении всей истории включала в себя физику до, соответственно, появления, выделения отдельной, в кавычках, дисциплины физики. Понимаете, в чем дело? Физика – это раздел философии на протяжении полутора тысячи лет, например. Из чего бы нам вдруг взять и выделить физику в отдельную дисциплину, ну, и отделить ее полностью от философии в нашем уме, просто по приколу, почему мы это делаем, непонятно. Потому что исторически она всегда была, ну до определенного времени, она всегда была областью философии. Это норма. А потом, а потом, а потом неожиданно вдруг она перестала быть почему-то областью философии. Непонятно почему, хотя еще Ньютон э, писал текст натурфилософский, прям буквально там написано натурфилософские основания математики. Сейчас, сейчас, сейчас текст Ньютона. Ньютон. Галилей себя натурфилософом все еще считал. То есть все эти ребята, они все еще... А, не все еще математики. Да, математически начало натуральной философии Ньютон написал. Напом... Напоминаю, да, напоминаю. То есть Ньютон считал себя натурфилософом. Философом, блядь. Да, то есть, да, Ньютон все еще сам себя классифицировал как философа. 1687 год, блядь, это еще. 1687. Uh, вот эти самые великие ученые, о которых речь идет, они все еще себя считают натурфилософами. К вопросу. К вопросу о том, что физика это не философия. Да, к вопросу о том, что физика это не философия. как профессиональная академическая институция, не делает progress <coughs> Смотря, что мы считаем прогрессом. Философия как профессиональная академическая отрасль не достигает прогресса. А возвращаемся в 20 век. В 20 веке у нас Поппер, Кун, Локата, Сферабент. Люди, которые создали философию науки как таковую. Да, плюс-минус. Ну, создали, не создали, но ее активно разбирали. Вот. В 20 веке философия породила, ну, собственно, некоторые методологические основания для более современных исследований. Например, тот же метод фальсифицируемости, который повсеместно используется в фундаментальных теоретических естественных науках, он бы не был бы придуман и использован, наверное, основательно, так как сейчас он делается, если бы не Поппер. Мы бы вообще в принципе по-другому рассуждали о науке, если бы не Поппер. И по-другому доказывали бы свои предположения и теории, если бы не Поппер. То есть уже в 20 веке философы повлияли на науку. В 20-м, совсем недавно, вот совсем недавно, во второй половине 20-го даже, чтобы вы понимали. Во второй половине, не в первой даже. <как> Менее 100 лет назад. Да и сейчас продолжают влиять. Сейчас продолжают работать, сейчас продолжают думать. Философия как профессиональная академическая отрасль не достигает прогресса. Она хуять. Только основная проблема заключается в том, что... Прогресс философии не так очевиден, как, например, прогресс технических наук. И, на мой взгляд, самая большая наша проблема заключается в том, что почему-то прогресс технических наук мы сразу же перекладываем на физику. Теоретическую имеется в виду, да? Но, к сожалению, это два, на мой взгляд, не очень зависимых друг от друга, в кавычках, прогресса. Вот. <свеч> То есть в случае с физикой все возможные виды прогресса, которые так или иначе можно на нее переложить, мы как бы задним часом перекладываем. О, там вот эта хуйня происходит, это значит, что там интерфероны, базоны, хуйоны движутся, хуижутся. О, это было объяснено физикой теоретической, а значит от нее это пошло, и значит практика она вот здесь зависела от теории. Да, как-то мы вот к физике мы относимся с таким вот большим почтением, и если уж что-то в технологиях произошло новое, мы сразу физике медальку вешаем просто по приколу. Даже если сами физики-теоретики не дошли до такого использование тех или иных практик, да, даже если они ничего подобного не предполагали, а кто-то это сделал, просто взял и сделал, да, ну, мы просто говорим, а ну физика, ну заебись, ну молодец, А, вот. Также мы очень сильно не разделяем э, результаты, которые э, следуют из нашего наблюдения эмпирического опыта и результаты, которые следуют из теории, что очень важно, да, именно практические результаты, потому что на самом деле, на самом деле наши теоретические представления вряд ли очень сильно коррелируют с нашими практиками, прям вот, прям вот, чтобы уж, да, вот, причем наперед, вряд ли наперед коррелируют, чтобы какая-нибудь теория полностью сразу определила, как должна была организовываться та или иная практика. Потому что любая практика, даже если теория до чего то позволит догадаться так туманно, да, она все равно потребует огромного количества корректировок тех или иных пар параметров в наших технологий. Просто вот такого, по-моему, ни разу и не было, чтобы мы такие хуяк в теории что-то придумали, предположили, сказали, будет такое практическое использование, а потом так по щелчку мы взяли и изобрели такую машину, и она работает так бы, на, как нам хотелось, без всяких корректировок. <coughs> вот. It solves no problems and it makes. Ну, каждые отдельные философские школы решают свои собственные отдельные проблемы. Им кажется, что о них уже решили. Конец. Чел не понимает, что философия плюралистична. Потому что он дебил. Как бы. The study of physics or art. То есть, вот, допустим, ты задаешься каким-то вопросом относительно там истины или там, я не знаю, истины в истине. Ну, кстати, в этом еще и заключается проблема, что чел буквально вот, блядь, берет. Спасибо, Лавли пианино? Чё пианино? Фильм пианино какой-то или что? Что за пианино? Поиграть на пианино? Что чел требует от философии, чтобы она в целом стала такой же догматичной хуйней, как и наука, чтобы там была одна единая методология, один единый предмет какой-то исследования, какие-то единые решения, общий консенсус, еще какая-то хуйня. То есть он хочет, чтобы наука, философия стала догматичной, как наука, соответственно. Печально. Ну, я могу сожалеть только вот, собственно, пожалеть этого человека, что ему э, трудно дается восприятие разных философских концептов. Э, что не понимает, какое количество людей реально занимаются всеми этими разными проектами, оно не очень большое на самом деле. Что философы по сути друг от друга отличаются, может быть, даже больше, чем представители всех внутриакадемических областей, да, там вот, например, там, не знаю, больше, чем социологи от биологов. Философы внутри своей вот этой всей вот этой хуйни отличаются друг от друга намного, блядь, больше. А настоящий имеется в виду философ. Да и представитель ра разных философских направлений тоже. Там есть какие нибудь да, блядь, есть рационалисты, есть иррационалисты. То есть, если в научном дискурсе, ну, в научном, в академическом дискурсе все, блядь, рационалисты, да, то в философии есть иррационалисты, есть скептики вообще, которые не знают, рационализм или рационализм, как-то вот. Все ученые рационалисты, без исключения, для них это вообще не вопрос. Мы просто встали на колени перед рационализмом. Нам просто сказали, что рационализм это хорошо. Анализ, вот такой тип анализа это хорошо. Они просто встали на колени, их этому научили. Они этому поклоняются. Все. Вот Вот это вот наука так работает с точки зрения рационализма. А философ, если он даже рационалист, ну ему неплохо бы хотя бы э, прояснить, зачем он этим занимается. Хотя большинство рационалистов этим тоже не любят заниматься. Они типа, а, все понятно, все очевидно. Наши интуиции верны и так далее, так далее, так далее. И так далее. Ну, вы понимаете. Вы понимаете, как это обычно работает. Мы уже разъебали тут местных всяких рационалистиков, э, в общем-то. Ну и все рационалисты приблизительно об этом. То есть доказать основания рационализма они тоже оказываются не способны. А кто этим еще занимается, кроме философов? Философы, блять, все. С основаниями рационализма работают только философы. Ученые просто вот стоят молятся на рационализм, как вот э, на что-то не, нечто сверхъестественное, божественное. Такое вот. Для, там свободу воли ну, еще даже не так они даже не задают вопрос о рациональном понимаете в чем дело у них в голове даже вопроса этого не созревает. Для них это настолько обыденная вещь, рациональность вот этого, да, настолько же, насколько мы феномены вокруг воспринимаем. То есть их вера настолько сильна, что в отличие от религиозных реально людей, они не осознают, насколько сильно они могут ошибаться в этом всем. То есть это для них настолько обыденный взгляд, что ну просто ничего более обыденного и быть не может. Даже, даже доказывать-то, блядь, не надо, все очевидно, блядь, все, все нормально, все никак по-другому и быть-то не может. Вы чего? А философия может задавать вопросы такие, таким вот методологиям, таким вот заходом. Философия ведь это не только собрание положений всяких позитивных, но и также огромное количество критических положений, направленных на эти самые философские учения друг против друга, также и на науку в целом тоже. И это хорошо, это прекрасно. Круто, что есть кто-то, какая-то группа людей, может быть, неоднородная, которая в принципе может критиковать сайентистов, науку и все вот это догматичное говно. Это прям это то, чего в нашем мире не хватает. А он хочет это убрать. Он хочет, чтобы у нас был тотальный, абсолютный, бесспорный научный догматизм. It's ironic too, because the philosophers themselves да, иро иронично тут это, блядь, само существование вот этого видео. are apparently the last people on earth we can count on for that kind of resolution. Не, хорошо, что философия плюралистична, философия не как Продуктивная деятельность, да, философия как социальный институт. Хорошо, что в рамках философии есть в том числе религиозные философы и саентисты есть. Поменьше бы их было, правда, да, там, поуменьшить бы их количество, этих догматиков саентических и религиозных, с одной стороны, да, и побольше представителей разных других направлений добавить, чтобы попышнее это все было, да. Вот. Но хоть как-то, хоть, как хоть какой-то плюрализм у нас вот в этой социальной структуре философии имеется. И этим мы, люди, мы, человечество, этим должны, по сути, гордиться. Из этого плюрализма на протяжении всей истории человечества рождались разные новые направления в науке, в искусстве, в разных других исследованиях. И в конечном итоге это приносит колоссальную пользу на всех уровнях нашего бытия. Не так очевидно, как нам кажется, да, но вот та же социология, она вам пользу приносит, приносит пользу, пользу приносит. Ну так вот, в конце 19 века ее придумал философ Конт. <къем> да, как бы, лол, ну социология явно какую-то пользу приносит. Есть социологические исследования, которые имеют практически применение без конта, социологии бы не было. Ну, скорее всего, не было бы. Вот. Что еще есть? Что еще есть? Физика вам пользу. Физика вам нравится, приносит пользу. Вот, не было бы философов, не было бы физики, как философии, ну, не было бы натурфилософии. Да, потому что натурфилософия частный случай физики. А если бы не было натурфилософии, значит, и не было бы такой дисциплины, как физика. Шах и мат. Математика вам нравится? Математика вам нравится? А вы знаете, кто предложил вообще первым решать вот эти вот самые задачки? Ну, вообще Фалес вроде бы, но одним из самых первых людей, который действительно систематически начал решать всякие задачи, математически их ставить, и, в общем-то, так или иначе с ними работать и что-то доказывать в рамках математики, был Пифагор, философ вообще-то. И он это делал из-за своих философских определенных убеждений. Вам нравится современная математика? Вам кажется, что она несет хоть какую-то пользу? Ну, тогда и философия тоже пользу несет. Как-то так. И до сих пор несет. Я просто беру самые яркие примеры. Если мы в современности начнем рассматривать, ну это будет просто более частно, более маленькие пользы будут, чем раньше. Понятное дело, что почти по всем направлениям философия чуть ли не создала те или иные дисциплины и не определила их развитие буквально на последующие тысячелетия даже, да, как-то вот так вот. Вот это, это тоже очевидный тейк, да, то, что вот почти каждая созданная дисциплина, она зависит от философии, от той истории, которая в этой философии в итоге была. Это совсем просто жирно, чтобы вот так вот рассуждать о философии. Есть еще и более тонкие примеры. Ладно.